Через несколько минут вы узнаете, станет ли финалистом стильный европейский трек «Танго Микс» Александра Бурея. Следующий участник отборочного шоу национальной музыкальной премии – личность разносторонняя. Он снимает фильмы, сам пишет и продюсирует музыку для нескольких параллельных проектов. На сцене Александр Бурей! Александр Бурей и «Танго Микс». Друзья, ваши аплодисменты. По-моему, это было стильно и атмосферно. Давайте же узнаем, согласны ли со мной члены жюри национальной премии. Вы уже претенденты. Вашу песню выбрали из 500 претендентов. Понимаете, это очень круто. Это действительно радиохит в нашей стране. Итак, решение жюри. Так, решение нашего жюри, пожалуйста. Красный! Жаль. К сожалению, песня не проходит дальше. Но, уважаемые телезрители, вы можете спасти этого участника. Голосуйте! Дорогие члены жюри, вы радио вообще слушаете? Ведь песни на радио выбирают люди. Они на радио крутят только те песни, которые нравятся аудитории. Почему так? Почему? Друзья, номер 05. Эти цифры отправляете на телефон, который вы сейчас видите на своих экранах в виде смс-сообщения. Нужно 5000 голосов. Мне кажется, тогда, он уже голосует. Тогда Александр Бурей и Маура вернутся в шорт-лист национальной музыкальной премии и вернутся в номинацию. Песня действительно достойная, очень стильная, такая воздушная, европейская, великолепная. Да. Ребят, поддержите. Друзья, не волнуйтесь.